детские вещи сложила уже, старших, ну, положу их на кровати, а они уже придут со школы, сами разберут свои вещи по шкафам. Убираю свои вещи, полотенчики. Вот эта куча лежит, вещи погладить надо. Пока я здесь слаживала вещи, Макс уже книжки вытащил с ящика, листал, смотрел картинки, сидел со мной. Так что вот все убираем и пойдем на улицу с вами. Девочки, какая у нас красота на улице. Мы здесь с Максиком вышли на балкон, он поливает. А я пришла, нашла в келлере вот такой вот горшок. Старенький, видите, не отмывается. Он такой идет шершавенький. И в него грязь, получается, вся пыль въелась и не отмывается. А так на балкон тоже поставить цветочки какие-нибудь. У него красивый горшочек. Вот такая вот у нас краска. Спрей белая, какая нашла. Такой будем красить. Вот такие вот блесточки у дочи тоже взяла. Думаю, чтобы не был сильно белый горшок, либо желтым, либо зеленым присыпать, чтобы он такой, знаете, в блесточках был. Газету сейчас расстелю, перчатки. И будем пробовать с вами красить, и что получится у нас. Красила цветочный горшок здесь. Ну и сына рядышком со мной взял пульверизатор для цветов, брызгалку, и начал мне поливать все цветочки. Ну, зато ребенок не мешал мне красить. Еще вытирай. Смотри, вон все мокрое. Ну, а мы уже покрасили горшочек. Вытерли на балконе там все и пришла, хочу, вот вчера целый день стиралась, но не дошла еще, вот не постирала мужа куртку рабочую, последняя оставалась, вчера вечером уже не стала закидывать, вот надо ее сначала, вот эти светлые все места пройти, ферри ложу чуть-чуть и специальная такая жидкость для пятен. Сейчас все это намажу, чтобы уже наверняка все отстиралось. Куртка светлая, вот эти вот места как раз сильно морается. Когда так стираешь ее, закидываешь, некоторые пятна не отстирываются. Ну вот сейчас смажу, вот это все сделаю, она постоит чуть-чуть и включу машинку уже, и тогда уже все должно отстираться. Вытираю полностью стол после этих химикатов разных, чтобы чистый был. И закидываем машинку. Сначала хотела поставить на обычную стирку, как я стираю, но подумала, надо градусов побольше поставить, чтобы уже наверняка отстиралось. Вот, девочки, хотела вам показать. Фермер у нас здесь уже косит свое поле. Май месяц, первый раз. Обычно за сезон раз в пять, наверное, он скашивает. Так что сезон начался. Ну, мы с вами уже продолжаем глажку. Макса положила на обеденный сон уже и буду вещи гладить. Сразу же смотрю, на некоторых вещах не отстирались, какие-то есть жирные пятнышки. Сразу тоже буду закидывать в грязное белье и попробую еще раз постирать. Пятна, которые не отходят, вот этот жирный бывают, я
тоже смазываю их ферри, и, в принципе, все отходит на вторую стирку, когда сразу закидываю, не смотрю. Есть у Макса особенно футболочки, когда он кушает, где-то заляпал, где-то еще что-то разлил. Закинула, постирала, где-то не отстиралась, потом закидываю еще раз в следующий раз уже, когда стираю. Тогда уже на второй раз отходит все. Ну, перед этим смазываю ферри, как уже сказала. Стараюсь гладить все вещи, это футболки, маечки, некоторые джинсы даже глажу, постельное белье, полотенце не глажу. Так что стараюсь вот какие сильно помятые вещи, те все переглаживать. Переглаживаю все, потому что у нас все футболки практически висят на плечиках, места хватает для них, и зимой, и летом висят постоянно футболки. Рубашки мужа тоже у меня постоянно наглажены, постоянно висят. Места в шифонере, в принципе, хватает. Они не мнутся между собой тоже, когда, если куда-то надо идти, у нас вещи уже все поглаженные. Только Макса футболочки и у сына футболочки домашние. Я глажу их тоже, но вот слаживаю их вот так вот, как вот видите, футболочка Макса лежит. И уже ложим на полочки. А особенно все выходные вещи, все разглаженные и висят на плечиках. Стараюсь, чтобы когда начнешь собираться в гости, это так много времени уходит, пока соберешься, пока помоешься, пока накрасишься где-то что-то, пока соберешь деток. Как бы детки-то взрослые сами уже тоже собираются, ну где-то что-то все равно советом просят. И вот наглажку, чтобы не уходило время, стараюсь это делать заранее. Постельное тоже глажу. Это Макса один пододеяльник, это который он лежит в зале у нас, это одеяло. Когда Макс бывает, хочет полежать, и он любит накрываться одеяльцем. И вот это вот я сняла, он был грязный уже. Сейчас тоже поглажу и сразу оденем. Горшочек, который мы красили, и новый цветочек. Вчера заехали в Сельвик, строительный такой магазин, и там много цветочков тоже есть. Ну, вот этот мне понравился. Честно, не знаю, как называется. Елочка наша. Ну, а на сегодня, девочки, будем уже прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что подписываетесь. Мне очень-очень приятно видеть вас на своем канале. Всем желаю хороших выходных, чтобы прошли. Всего-всего вам хорошего, девочки.